Всем привет! Сегодня 15 августа 2021 год. Созрела диплоидная слива, улыбка весны. Слива размером 40-50 грамм. Очень сочная. Кстати, поспела она уже давненько, где-то недельки полторы. И висит тут, в принципе, она не обсыпается. Сока в ней очень много. Такое впечатление, что не сливу откусил, да, а вот в рот набрал сока полный. От косточки не отделяется, но очень сочная. Мякоть сладкая, а шкурка, конечно, кисловатая, как у всех диплоидных слив. Очень сочная. По всему видимому, урожайная слива. Это сенальный урожай первый. Вот. Находимся мы возле города Кривый Рог. Кого интересует данная слива черенки этого сорта, обращайтесь. Слива для домашнего использования — это очень даже ничего. Интересный цвет, желтый, круглая, то есть такая нарядная. Ну и получается зимостойкая, как бы этот год морозы выдержала на февральские. Очень сочная и сладкая. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, до новых роликов. Всем пока.